Ну и вообще в серии с челябинским трактором «Металлург» предстал такой очень гибкой командой. Давай досмотрим. Карпов, отличная передача, и это гол! 1-0, «Металлург» выходит вперед. Изумительный пас, ну и завершение тоже не подкачало. Максим Карпов набирает 50-е очко в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Мы об этом говорили перед началом этой встречи. И здесь, наверное, тот случай, когда пас лучше гола. Потому что Карпов расчертил эту передачу уже на пустые ворота. И партнера оставалось просто поставить под правильным углом клюшку. Это был Денис Зернов.